Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор игры Amber Airlines, то есть авиалинии Amber, Большие Надежды. Это введение. Здравствуйте, мэм, все хорошо? Да, все нормально. А вы знаете, когда принесут еду? Минут через 15. Прошу прощения. Да, сэр, вам что-нибудь нужно? Какая сейчас погода на Таити? Датчик показывает 38 градусов. Отлично, не могу дождаться, когда наконец нырну в океан. Можешь прыгать прям с воздуха, да? Так, у нас еще одна девушка спрашивает что-то. А чем могу помочь? Ремень застрял, не поможете? Конечно, мисс. Так, поправляем ремешок. Отлично, спасибо. Ух ты, Эмбер, отличная работа. Спасибо, Элиза, я стараюсь. Карен просит подойти в бизнес-класс. Справишься тут одна? Да без проблем, увидимся позже. Так, что дальше? Ух ты, ух ты. Землетрясение на борту самолета. Так, ладно. Народ начал переживать. Так и должно быть, что-то сильно трясет. Не волнуйтесь, все в порядке. А теперь... простите, мисс, все ли в порядке? Просто небольшая тряска, все будет хорошо. Что-то не похоже. Эмбер, подойди, пожалуйста. Что происходит? Посмотри на небо. Что с небом? Неба нет. Так, небо у нас прогружается. Ой, ого, вот это шваркнуло. Но мы же должны были облететь бурю. Правое крыло и фюзеляж задело. Вообще не знаю, что я думал, у нас какая-то катастрофа получается. Игра-катастрофа, да? Выдали пассажирам вот эти вот маски воздушные. Держитесь. Ух ты. Так, это снилось ей или что? Нет, это не снилось. За 3 месяца до этого. Ай, класс. Поза такая. Как классно так полежать. Выходной день дома. Хотя я уже давно забыл, что такое выходной, но как бы... когда-то было. Ударная установка. Прикольно. Пора бы собраться домой. Ой, домой, говорю, на работу. Выпить кофейку. Хорошая идея. Нужно себе пойти сделать. Привет, мам. Да, у меня все нормально. Как ты, получила цветы? Конечно, мам, буду рада помочь. Не волнуйся, я справлюсь и на экзамен успею. Все сделаю, это меньшее, что я могу. В конце концов, если бы не ты, я бы даже не пыталась сдать эти экзамены. Нет, я знаю, постараюсь не слишком волноваться. Пока, мам, люблю тебя. Так, это аэропорт, я так понимаю, да? Да, вот, Amber's Airline, High Hopes. Что, все-таки опоздала?
Эмбер-то мне машет. Ну, привет. Эмбер, Хоуп, а ты-то мне нужна. Опаздываем, значит? Покраснела бедняжка. О, простите, пришлось задержаться. Семейные дела. Ах, ты права, нет ничего важнее семьи. А, но нужно уметь расставлять приоритеты и не забывать, что у тебя есть и своя жизнь, верно? А тем более, что у тебя впереди экзамены. Надо произвести хорошее впечатление. Я в тебя верю, Эмбер. А уверен, ты отлично справишься, если не будешь отвлекаться. А спасибо, Хэнк, и простите за опоздание. Этого больше не повторится. А, считай, уже забыл. Давай-ка за работу. А, выглядишь взволнованной. Напомню тебе основные моменты. Ну да, я ж не играл еще. А, буду благодарна, если вы напомните мне основы, Хэнк. Отлично, я и очень вовремя. У нас как раз пассажир. А сначала нажимаем на него. А теперь нажимаем на указанную стойку. Идем с пассажиром туда. А еще раз на него нажимаем, ну на нее. Помогаем там что-то оформлять, да? А этому пассажиру все еще нужна помощь. Так, а теперь вот за этот столик его проводим. Иногда пассажирам нужна какая-то конкретная вещь. Нажимаем вот сюда. А что это такое? Непонятно. И теперь отдаем. Какая-то бирка, не знаю, на чемоданы. А когда вы закончите обслуживание, пассажиры автоматически направятся к очереди на проверку. Проверяем билет там и так далее. Спасибо, что выбрали Снахфордские авиалинии. Так, сердечки собрали. Все, порядок. Отличная работа, Эмбер. А, и последнее. Постарайся не оставлять пассажиров одних слишком долго. А если будешь мешкать с обслуживанием, они рассердятся и уйдут. Ого! А, откуда здесь мышь? Хм, кажется, я ее уже видел. А, поймайте ее, пожалуйста. Мы выпустим ее на улицу. Ну что ж, эй, ты! Ты идешь со мной? Отлично. Ну, думаю, на сегодня все. А, спасибо за помощь. Не за что. Удачи. Так, а вот и начало смены. Получите хотя бы одну звезду. Так, вот парень пришел. Нужно проводить его сюда. Так, дать ему теперь вот эту штуку. Быстрая работа, быстрая реакция. И теперь вот сюда за стойку. А можно зарегистрировать сразу нескольких пассажиров. Так вы получите больше очков. Но у нас пока один пассажир. Так, а там вот чемодан поехал, да? Так, раз. Сюда. А это что? Так. Билетик типа даем, да? И отдаем. Я так понимаю. Нас этому не учили. И регистрируем. Вот и хорошо. Так, к терминалу ее проводим. А, дальше. Что она еще хочет? Она там... Опа, мышка. Полученная звезда какая-то за мышку. Так, что нужно сделать? Ага, получается вот... Чемодан поехал. Я сейчас попробую их вдвоем зарегистрировать сразу. Так, и вот сюда давайте сразу, да? Раз, два, вот серия. Так, уже три звезды у меня есть, прикольно. И мышку взял. А время еще есть. Так, проводим его сюда. Давай, давай, помогай. Так. Ай, нужно, время заканчивается. Раз, два, и сюда. А, обслуживание завершено, но этого клиента я могу все-таки обслужить, да? Точно, нужно было тогда подождать. Ну, очков просто огромное количество.
А первое испытание пройдено. Получи хотя бы одну звезду. Я их получил целую кучу. И бриллиантик. Не знаю, что это я взял, да? И мышку словил. 300 монеток заработал. О, вот она дома. А снова ждет дождь. Наверное, идет. А теперь поговорим о политике. А, наверное, все-таки ждет дождь. А Тина... Фу, давай не будем говорить о политике. Ну да, уже достала политика. Даже в играх уже все достала политика. А чем смотреть новости, лучше поболтаю с тобой, суши. А кажется, ты проголодался, малыш. Так, нужно покормить. А, не смотри на меня так. Я знаю, что просто откладываю учебу. Ладно, ты прав, пора за работу. Только вот напишу в дневник. Что это? А, привет. Просто хотел пожелать удачи на экзаменах. Какой-то Дэвид. А, спасибо, я справлюсь. А, выложись на полную, ты меня знаешь. Интересно, какой экзамен? Это был первый уровень. То есть первый уровень плюс введение, скажем так. Эмбер написала в дневник. Нажмите, чтобы прочитать. А, первое испытание пройдено, типа... Так. А, вот. Ого, там она написала всего. А, дорогой дневник, сегодня я открываю новую главу. Наконец-то набралась смелости, чтобы подать заявку на должность стюардессы. А мне нравится моя работа в аэропорту Снагфорда, но сердце так и рвется в небо. Я хочу увидеть мир, встретить новых людей и стать частью лучшего экипажа на свете. А мне предстоит многому научиться. Я не могу провалить экзамен. Так, вот здесь нужно начать украшать дневник. Прикольно. А у нас второй уровень. Экипаж мечты. А помогите Эмбер подготовиться к экзамену и найти мышь. Хорошо. Как это будет выглядеть? Где-то я уже их видел. На борту падающего самолета. А, Эмбер. А, скорее бы ты все сдала. Спорим, все пройдет великолепно. А, спасибо, Элиза. Надеюсь на это. А, я не сомневаюсь. А, мне бы твою уверенность. Отставить панику. Ты все знаешь, ты справишься. Ты права, я смогу. А, ну конечно, а скоро будем вместе покорять небо. Об этом я и мечтаю. Ох, скорее бы. Ну ладно, удачи тебе, увидимся после экзаменов. Обнимашки. А, так, надо подготовиться к завтрашнему экзамену. А, он завтра будет. А, добро пожаловать в магазин. А здесь можно купить улучшение, потратив полученные вместе со звездами деньги. Подсказка. У каждого улучшения есть особый эффект. Нажмите, чтобы прочесть описание. А, ну что ж, почитаем. А, так, во-первых, у меня есть 300 монеток. Получается, вот чаще всего... Вот я пользуюсь вот этими стульчиками, да? А, сидя в удобном кресле, пассажиры не так быстро теряют терпение. Ну, мне это не грозит, я и так справлялся. А, у новой красивой стойки пассажиры терпеливее ждут своей очереди. Так, хотя и так, в принципе, все успеваю, да? А, благодаря новому оборудованию пассажиры могут быстрее купить билет.
Ну, тоже нужная штука. А цветы приободрят Эмбер, и она будет работать быстрее. Да вроде же так она все совсем справляется. А глобус притягивает внимание пассажиров, и они спокойнее ждут своей очереди у кассы. А вот это, допустим, мне нужно, ведь как бы, если делать серии, как бы, пускай у кассы, да? Раз, улучшил. А, жалко, теперь только стула можно докупить, наверное. Ну, только ж одно. Пока как-то так. А, новинка. А помоги Эмбер подготовиться к экзамену. Так. А, вот он, скупляется. А что это? А что это она там делает? Ай, нужно сюда идти срочно. Что она хочет? А, взвесьте чемодан, нажмите на указанный цвет, а затем прикрепите распечатанную бирку. Ох ты. А как это делать? Вот, не пойму. Взвесьте чемодан. Время хоть не тикает? На указанный цвет. Вот, ну хорошо, допустим. А, вот, 4 килограмма, типа, да? Беру бирку, креплю ее на чемодан. А, сверху, все. Так, вот теперь их двое, можно их отпустить. И пока там никого нет, я опять тут что-то расписываю. Так. Эх, нужно к ней бежать. А, что она хочет? Блин. Вот так вот. Ну, отдавай, почему? Ой. Пока же все знаешь, но сделаешь, непонятно. Если честно. Так, нужно... Нужно билет. Что еще тебе нужно? Так, тебя сюда, а ты сюда иди. Так, беги сюда. Опять чемодан. Опять вот такой. Берем билетик и сюда. Все. Так-то лучше. Ну и отпускаем, скажем так. Пока разберешься со всеми. Так, к терминалу. Бежим за ней. А, вот опять. А, у меня же там есть. Стоп. У меня же там есть эта штука. В общем, непонятно, что это. Типа... Анкета какая-то или что? Так, можно... Ага, вот эту штуку. Так, обслуживание завершено. И вот как раз двоих их отпускаем. А мышку я, слушайте, мышку я не видел. Я так был занят, что мышку не встретил. Надо же. Ну, две звезды, потому что я вначале запутался. Я хочу еще разок попробовать. Так, это можно пропустить. Так, ну что ж, начинаем. А, у меня же деньги есть, чтобы улучшить теперь, да? А что можно улучшить, даже не знаю. А, ну, чтобы Эмбер работала быстрее, да? Нет, чтобы все-таки пассажиры быстрее покупали билеты. Ладно, попробую еще раз. Так, нужно вот эти... А, это экзамен, все, я понял. Все, я понял. Так, что, все, она уже сюда идет. А кто еще там со мной? Так, нужна помощь, срочно. Ну. Так, раз, два, три. Готово. Все, теперь можно их отпустить. И успеть экзамен подготовить. Так, я мышку не вижу почему-то пока. Отвлекаюсь. Так, вот его нужно взять, дать эту штуку. Вот и хорошо. А, вот там, по-моему, мышка была, или мне показалось. Как-то я... Ага, все, вот он готов. Мне, наверное, нужно троих их там как-то...
А, билетик нужно раз. И сюда. Вот. А, вот и мышка, все-таки я ее увидел. Так, все, двое. Вот, хорошо. Раз, два. Так, нужно еще одного клиента. Красный. Билетик. Заклеили, хорошо. Следующий, пожалуйста, побыстрее. Что, никого нет? Ладно. А, кстати, нужно экзамен доделать. А, цель достигнута. Я в прошлый раз, наверное, не достиг цели, поэтому мне не дали дополнительные очки. Вот почему у меня было две звезды. А, все, вот он уже. Так, нужно еще кого-то успеть обслужить. Вот, отлично. Так, сюда. Что ему нужно? А, бирка нужна. Ну или что это такое? А, вот и все. Так. Раз, два, три. Получается, мышка есть и бриллиантик есть. Ну, я уже в прошлый раз монетки зарабатывал, поэтому мне дали всего 100. За третью звезду, я так понимаю, да? А смена завершена. Или что это? Шкафчики там. О боже, я опаздываю. Все как всегда. Девушки. Каблук сломала, да? О нет, мои туфли. У меня экзамен через 5 минут. А что же делать? Все отвернулись такие, да? А, эй, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Какой у тебя размер? А размер чего? Мозга. А обуви, само собой. Какого она у тебя размера? Может, тебе мои туфли подойдут? А правда, это было бы замечательно. У меня 38. Ой, ну да. А, боюсь, они будут тебе немного маловаты, но думаю, сойдет. А ты моя спасительница. А, подожди, не забудь потом вернуть. Они мне понадобятся. Босиком сидит. А, конечно, обещаю, я сразу же их принесу. Я Эмбер, Эмбер Хоуп, не забудь. Сидит, сидит. Она ведь вернется, да? Не могла же она забыть? Да, кажется, она не вернется. Интересно. Так. А, стоп, мне сюда нужно или как? Что мне делать нужно? Сюда. А, вот так нужно было, я понял. А все, что мне остается, отломать второй каблук и сделать балетки. Экзаменатор, Эмбер Хоуп, мы готовы вас принять. Ну, принять. Ой, боже. Экзаменатор, спасибо, что пришли, мисс Хоуп. Давайте начнем. Экзаменатор, интересную обувь вы выбрали, мисс Хоуп. Так, ну, скорее всего, экзамен это будет третий уровень, да? Скорее всего, да. А, открыт бонусный уровень. Вас ждут различные испытания, пройдя которые, можно получить алмазы. Хорошо. А, но, как я говорил уже, мы сегодня будем завершать наш обзор. А если вам понравилась эта игра, ссылочка на нее в описании к этому видео. А также пишите в комментариях, записывать ее дальше или нет. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новинки. Пока-пока, до новых встреч!